Просторный, комфортный, современный. Именно таким получится детский сад, который возводят у дома номер 120 по улице Старозагора, обещают подрядчики. Работы ведутся по нацпроекту «Демография». Новое дошкольное учреждение примет 240 детей, в том числе 80 ясельного возраста. Уже выполнены работы по устройству фундамента и оснований, несущих конструкций и наружных кирпичных стен. Основные силы задействованы на внутренних работах. Когда позволит погода, начнется и внешнее благоустройство, и монтаж игровых площадок. Все обещанные подрядчикам работы ведутся. Увеличено количество людей на этой стройке. Уже приступают к отделочным работам. Сейчас проверили график. Они совершенно точно идут в графику, а по некоторым позициям даже с опережением. Идет и строительство бассейна в Куйбышевском районе. Здесь также закончили фундамент, подведение наружных коммуникаций завершают устройство внешних стен. В некоторых комнатах началась и внутренняя отделка. А главный элемент здания – бассейн с 6 плавательными дорожками – пока ожидает своей очереди. Для его устройства нужно завершить подготовительные работы. На сегодняшний день идут подготовительные работы к обустройству самой чаши бассейна. Через 2 недели мы приступим к гидроизоляции, ну и далее уже к отделочным работам. Торопиться с этим делом мы сильно не будем, потому что это достаточно серьезный конструктив. К июню месяцу будем готовы заливать воду. Готовность и бассейна, и детского сада около 40%. Сдать в эксплуатацию оба учреждения должны осенью 2023 года. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.